А теперь о происшествиях. Практически ежедневно в Славянском районе происходит несколько серьезных аварий. Сотрудники ГИБДД обеспокоены складывающейся ситуацией и призывают водителей быть предельно бдительными на дорогах. Так, в 7 часов утра в пятницу 19 апреля водитель ВАЗ-2105, двигаясь по улице Победы на пересечении с улицей Островского, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с ВАЗ-21104, двигавшимся по улице Островского. После столкновения машина, принявшая удар, изменила направление своего движения и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, который также ехал по улице Островского во встречном направлении. В ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-2105. Спустя 2 часа на пересечении Краснодарской и Ленина произошла еще одна авария. Водитель ВАЗ-21-150, двигаясь по улице Краснодарской на пересечении с улицы Ленина, не предоставил преимущества в движении в автомобиле Hyundai, двигавшемуся по главной дороге, допустил с ним столкновение. После столкновения отечественный автомобиль отбросил на стоявший Nissan. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения. Ситуация с аварийностью на дорогах обострена до предела. С начала апреля на территории района произошло 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 25 пострадали, среди них 4 ребенка.